Привет! Привет, интернет! Тема сегодняшнего видео – айва. И сейчас сезон айвы, так что обязательно не пропустите этот сезон. Айва очень-очень полезная, и мне просто обидно. Идешь по базару, вот такая шикарная айва лежит, люди все покупают, все. Яблоки, груши, сливы. А его никто не замечает. Я не знаю, чего. Как можно не замечать такой вот шикарный фрукт? Шикарнейший. Ну, твердый он, но невкусный, да? Так вы просто его не умеете готовить, наверное. В общем, будем сегодня запекать айву. А в двух словах, какой он полезный. В нем витамины ПП. Это для сосудов хорошо. Так, укрепляет сосуды. И еще калия и магния много. Это для сердца хорошо. Сердце, сосуды, все связано, да? В общем, это очень полезный фрукт. Обязательно употребляйте его. Варите варенье, запекайте. Вот. Что нам понадобится, чтобы запекать? Айва, мед и вино. И тут у меня стал такой вопрос. Вино. И я достала, посмотрела, что у нас есть. И тут такое вот вино. И я так думаю, ну ничего себе. Это французское вино. Думаю, нет, как-то жалко для айвы. Пошла в магазин. Начала смотреть, что там подходящее. Слушайте, там столько этих вин. И дешевые, и дорогие. Нужно красное здесь вино. Я не смогла выбрать. Представляете? Не смогла выбрать. Дешевое что-то не хочется брать. Дорогое что-то жалко. Так что я решила взять вот такой рижский бальзам и сделать немножко по-другому. Я тоже так делала, и это тоже вкусно и полезно. Ну, в принципе, как делается? Айва разрезается пополам, вырезаются косточки, ложится внутрь мед и заливается вином. Так, красно. А еще вот второй вариант, как я уже буду делать. Я возьму виноград темный, перекручу его на таком вот блендере. И добавлю сок этот виноградный уже в айву. И добавлю еще рижский бальзам. И это будет тоже вкусно. Так что начинаю все это делать. Вот так я порезала айву. Говорила половинками внутрь мед ложить. И потом заливать или соком, или вином красным. Но у меня айва очень крупная, потому я решила порезать вот так. И я вычавила сок. Так. Из винограда. Вручную это сделала, потому что если бы на блендере, то бы косточки перемололи. Они, такой блендер перемолол бы косточки, но это лишнее. Вот. Косточки, некоторые говорят, что вредно. Так что я решила вот вручную так вот сок сделала. И меда у меня немножко. Я полью медом. В общем, я потом его долью. И еще добавлю еще меда, потому что должно быть вкусно.
А мед, так как у меня твердый, в общем, это я сделаю за кадром. Так, и наливаем этот сок виноградный. В вашем варианте это может быть вино красное. Так. Еще беру рижский бальзам, наливаю. Это будет очень вкусно. Рижский бальзам на травах. Будет такой запах, запах айвы и трав. Это просто будет, ну, восхитительный такой запах, да? А вкус, ну, посмотрим, какой вкус будет. Ставлю в духовку. Нет, добавляю сначала еще меда, потом ставлю в духовку. Вот такая красота получилась у нас. Айва испеклась. Я вздыхаю, аромат. Можете представить себе запах айвы и еще рижский бальзам. В общем, супер. В общем, просто советую вам. Покупайте айву, готовьте. В любом виде она полезна. Но вот в таком, как я вам показала, это просто супер. Виноград тоже для сердца полезно. Так что просто объедение это, и все. Сейчас я вам покажу. Там еще типа жидкость есть. Вот она густеет, и айва в себя впитывает. Еще чуть-чуть, вот оно горячее еще. А вот чуть остынет, чтобы кушать. Айва в себя впитывает этот весь сок. И это просто замечательное блюдо. Вот. Пока это готовилось, я так, да, варенье начала варить из айвы. Да, порезала ломтиками, тоненькими, и залила сиропом. Вообще по рецепту пропорции очень такие сомнительные. Значит, на килограмм айвы 1,5 килограмма сахара и 700 миллилитров воды. И я посчитала, что это очень много сахара. У меня 2,5 килограмма айвы было. Ну, я сделала... Воды я взяла, как по рецепту. Нет, даже меньше. 400 литров я взяла воды. И 2 килограмма сахара. Сахар растворила в воде, получился сироп. И залила свои ломтики порезанные айвы. Потом доводится до кипения и оставляется на 2-3 часа. Потом опять доводится до кипения и также опять дальше оставляется на 2-3 часа. Ну, там, когда ночь, уже останется на всю ночь. И потом также за несколько раз так готовить. Доводится до кипения, не кипятится и отставляется в сторону. И обещают тоже очень вкусно. Но я еще, честно говоря, таким способом не готовила. В первый раз. Вот. Но я еще что хочу сказать. Вот это отходы, да? Косточки, сердцевинки, семечки я вырезала. Это не отходы. Это самое полезное. И самое нужное. Особенно вот начались холода, начали все простывать. Горлышко першит, да, голос садится. Так вот, вот это вот не выбрасывается, а все-все вот эти вот семечки я повыбираю. Они такие скользкие, да? Вы знали? Скользкие такие. Так вот, все эти семечки нужно выбрать, посушить и положить в аптечку. Да, в аптечке у вас должны лежать лекарства, да? Ну да, это очень хорошее средство от боли в горле. И очень хорошо помогает, если осип голос. Да? Берете несколько ягодок. Если вот они не сушеные, то можно 5 штучек брать. Я уже рассказывала как-то,
что сын не поверил, что нужно 5 штучек брать, взял жменьку и потом не мог слова сказать. Столько выделяется слизи. Вот когда оно высохнет, оно все равно останется и будет выделяться эта слизь. И она каким-то образом очень, очень помогает от боли в горле. Так что обязательно покупайте айву. Если вы не любите айву, вот такую печеную, то купите, чтобы были у вас семечки. Чтобы вы не ходили по аптекам, не покупали ледяники, да, от горла, которые стоят сумасшедшие деньги. Ох, пропаганда у меня, да? Здорового образа жизни. В общем, смачного всем. Увидимся. Пока.